схема так говорила. Алейкум салам. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату хирия брусал джамаат динасу ватсал динасу ятсал кинулгу киназа губалкула руха лилла бхигабку Аллахас ханира кхараб хит-э азазар хит-ликун Аллахас кирикхоги кинезигу ханиругу улухаби нусрухи наан кичгу халт арал Амириси изда бихуларив халт-и хаврал хизуги Аллахас Азар-азар дебахи небеги хабуратлик а'мал. Аллаха ассу Аллаха хабуратлик кхаматаги. Хидингу, нисида сала, тудаав цивиан замир заман инчугу Руссал, Улухабаза, Умач уни'илла зухутлу, Абу-Бакар Лас Мухаммад, Кур'ан, Хифсаху, ник ихлазам слу'ана. Иншааллах, нисида байвихи лейс, хиб Кур'ан Расун. Мадиния слу, мажгитал да вачун ани лахирау, жиндирих ги арау, илму я цалу возраст ги жиндир слу арау хирау. Турару гил, улухаба за абула ани лаху хирас, жиндаги масли Куран цалези, диги бутлуму Куран цалези на амун. Амири сиз, мун хертун угу, духаслу хунару, дур бет ирлиси халт улару амун, кинал гнахтлау лук ани лаха. Хедин аджу настирна амира харун цингцо улухан чиес вачан лехаско. Маслук анле маслару жудаха гурни босич унаниги. Куран цалиаслу суждаха улвак алдей. Ха Куран маслу чи шарап койас. Хедин амира ухадлу анлеха Куран засулус ухадлу анлеху чи. Хедин суджуду тилава. Куран цалиаслу суждаха бизи. Хеб Куран цалу мехеу чи улухан чи шарам мехас. Суждаха вунила. Ха Куран маслу кару улухан чиес. Хесса утрахтин гаски хаун лаха. Хау херес. Куран маслиз вачару. Хау маслук ару улухан чи сужда гахунт адги вакхун. Куран цализ бай вихан ля. Хау хера ужги сужда лаукан ля. Цинги хау улухан чи сакулугу хаслу хучу. Цинги Аллах са цивы хили аслу ниятлда угинха хау вегун чунин амху. Сужда ла чун. Цинги хау чи хиба Аллах Аллахас руху басуматан лихису. Если мы нашли дин аслотс, если мы нашли джака, чиесул, киан хеханиги, заман аниги, чиесул, Куран, хази хабизиги, цализи, хвадизиги, букунару, хватун, хемния таслоло, бишун, Аллаха сацебе, бейт сараб, хвельбугу сужжалда чихи. Хедни хвельги шумуху чиесе, Куран цалиясли, хвадизи бабихиас. Хедин гудин аслотс, нашли да киня загура араб, خوار جيبوغو خالد جو جيبوغو خالد بن وليد رضي الله عنه خالد بن وليد اوك انا جندير كينم نجي عمرو خدوبكون خالچينغي رغدا اروچي قونچ اوتونغي قونچو چوك انا خالد بن وليد خير شر مخال خالد بن وليد خدوبكون قرانغي عود الله انيلا دونيخا جهاد المنصلي لسا اتلوكتا هونيخا دون مشغول هونين Куран алды удула анлаха жу думун цали алдаса, дуи заман кли алдаса, дун машгул хаунин Аллах ассул нухта буги брагаш. Нехлет сишибдин ас бацал авизу ги. Улухан алата,
خیرال راتا روچیا براتا الله سب نیست یه هول جهاد گرو حالاک ال دی راج اتین ادی ابیشتون ریکونی لعدم رو گنیش مجلس هال دی و عزرا عزی راج ای وگو اسلام اصل علوچیاس قوه زی هبی هم ایشالله رو گنیش نیست چی ال دی نسلت الله سب سویشر مال جات باقصاد الجماعت هال آمونا جدار رسول بهتر از جنبی بکنه ریل قرآن صلی الله علیه و آله ابرو جو جدار خیر از زگی روش آب از زگی ویکین از زگی عیسی از زگی چاحی از زگی حکیم زب از زگی اوچیتی زب از زگی کین از زگی خالی ل قرآن صلی زی جدار بهتر از جنبی هیچی ل قرآن صلی الله علیه و آله ابرو جو نخستی شیون علی نسل واتس خواه دارو گیم وحش توید این واسکی واشون سوی نکار نکین دو گویی قصه قرآن صلی زول الله سفیق لگی دیگی نجوجی هب قرآن اصلی تو دفع عزیمان تلزی هم محمد علیه تلزی قرآن اصلی نسل مجلس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون استغفر الله العظيم Неследе вихен ходине словацал, амир заман тура учигуру, неследе сонги вихара хитине учук на росул. Коран таджвидги махраджги ги слуизе хабун, хифски хабун слуана дахаб заман ладжане. Жака маалмат ат алкагу кибер ханги бикир ханги онжо заман. Хедин следа Аллах сафрит лаги неследеги, хатта хатабе то Коран цал загба вихизе. Неследе тала инсан Аллах суижана Если акул гунтадак, хедингу Аллаха сул халк Аллах санругу малаик завиги, хедингу ругу шайт абиги, шайт аби ай кафуралха, джинна ругу на бусурма логи кафуралги. Если да тала инсана си куна аклу, аклу алу гунтадак куна шахватки. Малаик завазул шахват хеч у, малаик завиругу киддагу, Аллаха си лахи алда ибадат алу гучай. Шайт аби киддагу Аллахас абуралда дандируги киннамдиги косара гуруну жохавлареча Аллахас махлукатха. Хедилхидал Аллахас нехлеет хура мехаса аклуги хелиотал шахватки хев жиндир шахватки куни хабун халт араучи Аллахас ади анда хаула малайк завдасаги. Хев жиндир гу шахвани мрахала накхусла раучи хев чиву куна хайвана дасаги удови анау Аллахаса цивиха. Адама цугуру. Хедингу хелшат одер исларовчи. Хедин хидал хем нисле руханияб ракхалда ад халт улибжо бугу илму тасавуф. Тарикат абу улибжо нисле мацалда. Ай нисле хулукал нисле Аллахас нисле дажан исурал табиатал сик харизи буги илму бугу хем. Ислу хака сусбитин нисле тал нисле угу арихин тал тарау имам Мухаммад Исир айтлулу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خريب حبشادر الجماعة أواهز حدين المجلس سلطيك نريجي وهيدينجو حبشي بروسوشكي وهيدينجو أريخكين تلدقي الحفيزة بالله سلطيك نريجي نسلم Нечета салах один из солдатцев, воятцев, а дунья бугу, так дахаб заман нечета бали бакха, синги нечто хоботун грач араб один бак бугу абха, син нечета салах кин на гобот кару чиста салах, синги шиво чи ахира тадабус никола, синги нечта рух гим ахира тадабукуна, а че а дунья да умру абизе кумуги син нечета, иб абизе машту мугу нечета нечта аварагаски خدورج أرى أصحاب زبط سقي تنجي نسيت شو زحن نسيت علم زبط سقي خام أورجس أبو لبوق صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل من دنيا أوك أين أب تنجي تو تيارات الله سنواج أرى تشيلون ياجي سفرة دوج تشيلون يوم أي نيل تو ذهب زمان بزرج أرى عدنوك نقول عن يرخى وأيدينجو أورجس أبو لبوق صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة الدنيا بوجو تنجي آخرة الخور بيتلي تنجي كارتوش كجوا مادر جبتلي جروخة تنجي خور بيتلي نبرج في معلم وقدينا شوات سوايات سال نسيت الدنيا والله أحبج كلها قوانا عن سك أعمال تنجي آخرة هذا نسيب هيداش من باطله هاتش مثال لتسوتشي عبادة أعمال وش ممكن يبهلها как алгералеу, тинги алги колеу, тинги хашгит убарау, вайдингу Коран зикру цалулеу. Тинги чо определенный заман альтан че евчиесе тарбия тлолеу чиеч унуни, евчиесе маслулеу чиеч уни, чо определенный заман альтасан, хевчиес, хабулев амал, тинги
адамас да бед симбих ясли абулайсха. Тенге ючи ясурек эсли шайтанас рия арехула. Чочувук унуго шайбер госунас, тенге джамаат какта отсебисе мухта какбалюха. Тенге чок ойл куат изги куат ун киябли мукхады кунгуа. Ханчи чудаха адамас да сане чунгуа уха, туда куат ун амун. Ханчи ючи яста бич унуго, джинца шайбер госунас хабураб амал, тенге адамас да бед симбих ясли букун бугистиха. Хелда са тау буги хабун, хелд хеббер госунас барабка кевчиз бед унму. Шайшегур ислул, шайтана севчиез урек эсэр яре хумугу. Уайдингу мисал асли, неслер экес бач унбеу уджбу. Ай, мисал асли нисцо, джамаат каклеги хуадур лугу, тенге куранги цау лебугу, тенге дире экес бач унбеу ла ваа жив дун кутакав чугин амуха. Тенге джамаат адай хуадур ла дун, куранги цау ла дитсен амун. Уайдингу цуги адама дат ач ухи бач унбеу ла. Со мисал асли цо, хекодру чи, вихканани, хау чиеста я Аллах я аварак талиху чин, тенге дун лугин кутакав чин амун, хедина бат и бат иел, рек эл ун табирач унбеу неслер. Шай-шай гурэсул, мисал асли неследа масу лев, неследа тарбия кло лев, тенге хедина ун табирук инбеу лин абулу чи хеч угоха. Хедина вжо масу лел чаи, тенге несле дарусун лугу, тенге хакиқи яб аварагасу селсилаги курал, тенге Аллах саявды ильму гишорал, и макама дишорал неслер устарзаби. Хел лугу неследе тарбия гитло лел, неследа бит арабги маслу лел. Аджи мисавасе цо захирала цо несле чорхоз унти бач ананим нестхек коре керуллаха тохтар аста аскови. Эв тохтар ги Аллаху несле ца бишун сикав бишун опытни тенги райги бишуни машурау тохтарха. Аджи эв тохтар асо ренгенги хабун тенги цо рецептав ги куан хо несле хат амач хет амчудари хо несле ца лекер нафтека деги ун карара дарубу сула. Тенги эв даруги хадзабун нес тенги сахлия драчунаха. Хединго дина суватсал, неслер рек эс рукуна унтаби, неследа гори хуарел. Тенги габрак асу ренген хабули чубни кол неслерха. Габрак асу ренген хабули устарзе биргу неслер. Эз ренген ги хабун неслер хуала рецепт. Ай рия адаса, ручбу адаса, тенги чух адаса нес унизе рукинеха. Хачу цехана ни, хаук иеста гуртла батаси шим намуха, ай устар уги учиги, амал хабулев, вайдинго устар хеч учи геха. Устар хеч учи ясу мисал богу динашу ватсал, бет савчи, мисал асли халя хаб, Аллах хада угу бет савчи ха, тенги хаб Аллах хада руго бат и бат иял хайван алха, тенги борхал ги руго, вайдинго габац ал ги руго, тенги хев чи яси зарал хабизик улеб, чамги хайван бугу. Ханчи хаб шу шу зеканан хев чи, анисан, нухтас аста хаб галбац гибатанани, тенги борхал гибатанани, хавас ничу гав чук инишха, гаду хешу чу гу кунару чиха, аста нух бих кули меч усу. Ханчи мисал се, хав устару ги чесу мисал бугу, цевек хан ги ук агу, тенги хав цевек хан аста, мисал хав хав шибин нух китава аста, тенги гал абхаддой, гал хайвана зу хешу чу гу гу абхаддой нух китава аста. Тенги нагах цу аречани, кодоб биарах ги букуна сулха. Ханчи хев чи яста неслед цику можи бук унаришха. Божи ги бук уна хадур ги уна, неследа сала, нес от начала до конца, хев чи яста цадах анани, хев чи яст нес бит араб, тенги неслер хаслу ги бакалды шо захарула. Хе динго руго неслер устарза беги, динна слу ватсал ваятсал, тенги неслед ца тариқатас нухты нес, тариқатас нух нес байбих кармахас, устарза баз машлу неследа нухха. Тенги, ханчи, неслед тот су шаксли бач уни бугунани, чо яс абун, хадис ханисан абун, чо неслед гу устар яса шаксли бач уни бугунани. Тенги нес шо зи кулю кастал шо варо. Мисал ша габ хаду уни чи, гаста хаду инч угу, дуя ракха хады сора нани, гау шо вар гу лхаб шуи. Хед ниго нес ки, неслед гу устар яса хаду уна гу, шаксли бач уни бигулар неслед ха. Ас аб бурав жо, хабу нани нес шо ла, Аллах саясул, тенги кастал дыха. Имаму Шаарани из Кудиса Сиру Абу-Либугу Тенге Камиля у Машайх Забазу Устар Забазу Мурад Бук Уна Тенге Мурид Шой Завизе Тенге Амал Алде Ихляс Сада Абу-Ли Амал Алдиха Ай Салафу Салихуназ Абу-Либук Араб Амал Алди Вачуна Ай
инги Аллах сиуло инги шивниги вихулару рак Аллах сиуло ибадат хабил дарачуна нилха хебугу нилхетаса аваргаски инги алим забазгит Аллах абулевжу аваргас абулевгу саллаллаху алейхи вассаляма инна Аллах ла янзуру илля аджсамикум ва илля суварикум ва лакин янзуру илля кулубикум айбетерен Аллах балахулар нилхер инги захира бракхадаги нилхер черхаздаги Аллаху Аллаху нилхер рак алды инги нилхетса рак рак альхабиш кула кюна божу хеб ихлас салды рачу нил чайругу нилхер устарзаби Аллах сел устарзабазе умру гисахли гитлеги изан нихлечинни нилхе кинезу тауфиг гитлеги вассаламу алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракату баракалу дина шлоц Аллах визлеги нилхи кудохавун нилхе хвач унугу кинезу гусалию жиндир улохана умру ги علمی شکلورا و خدو تعلم خدو کنیم نگی زمانی اسلام اصلی داریسند شکلوری وگو ادیرش حجی رعیوگو پاموشی مفتیا. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. дорогой جماعت братья и сестры учитывая те пагубности плохие привычки, что часто стали распространяться в сегодняшний день, что не было у наших дедов, у бабушек, среди молодежи очень участились такие пагубности, такие плохие привычки, развлекательные, такие другие игры, что портит их жизнь, что приводит в итоге плохим итогам, плохому концу. Учитывая все этот момент, я бы хотел важность правильного воспитания, важность нашего переживания друг за друга, необходимость взаимопонимания, взаимоуважения. Не только чтобы мы думали каждый о себе, чтобы мы все друг за друга переживали, переживали за общество. Самое главное, что переживали за нашу веру, что нам целость и сохранность передали наши отцы, и каким образом мы передадим нашим детям. Если спросить сегодня каждого, кто здесь присутствует, каким бы мы хотели завтрашних наших детей дагестанцев увидеть, каким бы мы хотели наше общество Дагестан завтра, чтобы было, мы все, наверное, не задумываясь, скажем, достойными, патриотами, религиозными, благонравными, которые, как и наши предки, хотим мы увидеть. Но это зависит сегодня от каждого здравомыслящего мумина, от каждого из нас это зависит, не исключая никого. Нельзя думать, я один, что я могу делать? Каждый вот здесь, например, более 100 человек, это большая команда, это большая сила. Для чего, в каком пути? Для пути нравственности, чтобы прививать в сердца этих маленьких наших детей благой нрав. Для этого, для успешной работы, самое главное сегодняшний день – это отсутствие вражды между нами, отсутствие зависти между нами. Отсутствие всякого рода разделений между нами. И почувствовали братство друг другу. То братство, о котором Аллах в Коране сказал, о котором пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, слезами на глазах, хадисах сказал. О важности этого я несколько примеров приведу, чтобы мы поняли непростую вещь это братство. Какую значимую роль играет в нашей религии братство. Вот обратите внимание, вот самое главное в нашей жизни, целью, что является, это что? Это довольствие Аллаха и Его любовь. Чтобы заслужить вот самое ценное, что, к чему мы стремимся, от ибадата, от жизни, от работы, от всего это цель довольствия Аллаха. Чтобы получить это довольство, основной причиной, инструментом, ключом к этому после уверования во Всевышнего Аллаха является наше с вами друг другу налаженное отношение, наше с вами друг другу уважительное, гармоничное отношение. От этого зависит в основном.
И это не выдуманные слова. Этому есть много хадисов, доводом, что служит. Один из них является хадис, который передает Али Асхаб, радиаллаху анху, от посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. От Аллаха сообщается: «Обрадуй тех людей, кто полюбил ради меня другого моего раба». Аллах обязуется, Аллаху Та'ала на себя берет, что он полюбит его. А Аллаха любовь – это является то, от которого зависит хуснул хатимат или же суул хатимат. Хороший конец или же плохой конец. Хороший конец или плохой конец определяет человека вечное счастье или же несчастье. Он вечно в раю будет или же в аду будет. Чтобы получить это, вот видите, Аллаху Та'ала условием сделал наша любовь другим людям ради Аллаха. Не ради родственных уз, не ради каких-то благ мирских, лишь ради того, что он является созданием Творца, что он является верующим муминам, братом нашим. За это, если мы полюбим его, не на словах искренно, а полюбить человека, что означает? Пожелать ему того всего, что желаешь самому себе. Этого человека Аллах на себя взял полюбить. А кто сможет заслужить любовь Аллаха, у него ахир хороший будет, хусну хатимат будет. Чего нам надо бояться больше всего? И дальше этого финиш у нас какой? Рай и ад. Чтобы войти в рай, тоже после веры во Всевышнего Аллаха и в судный день, первым рассматривается наше с вами друг другу отношение. От этого очень многое зависит. Этому тоже доводом служит хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Абу Дарда, сподвижник, однажды подошел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и сказал: «Аусини, я Расуляллах, саллиллаху алейхи вассалям, почему бы не завещать мне, о посланник Аллаха, если какой хороший амал я сделаю, этот амал меня приведет в рай». Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, много слов не сказал, он одно слово сказал: «Ля тагдаб», ты не злись на людей. Если ты сможешь не злиться на людей, это тебя приведет в рай. Видите, дорогие мои братья, мы на кого злимся? Мы же на невинного человека же не злимся. На невиноватого человека же мы не злимся. Мы злимся, когда этот человек конкретно тебе помешал, создал помеху, создал дискомфорт, неудобство, притесняет тебя, оскорбляет тебя или же вредит тебе, тогда мы злимся. Если человек тебе ничего плохого не делает, за что на него злиться? Правильно же? Мы же не злимся просто так. Вот пророка, слава саллиллаху алейхи вассалям, не злиться имеется в виду как раз на того человека, кто вредит тебе, на него не злись. Вместо того, чтобы злиться, сабур делай, помилуй, прости, дай опомниться шанс. Если ты этого сделаешь, шаг уступку, шаг назад, шаг мягкости, милосердия, сочувствия, дашь ему шанс опомниться, когда ты можешь наказать, когда ты можешь ответить злом на зло, но ты этого не делаешь, это тебя приведет в рай. Видите? А чтобы защититься от ада, то же самое. После куфра, после ширка, самое большее количество в ад подвергнет масса людей. Из-за чего? Из-за зульму. Из-за притеснения одного над другим. Из-за этого зульму самое большое количество людей в ад попадут. Вот здесь тоже опять-таки мы видим наши с вами отношения. Долго не буду задерживать, вот если резюме, заключение, если делать, вот этих трех вещей. Что мы получаем, что мы понимаем? Самая ценная целью, мечтой, что является для нас в этой жизни, получить любовь и довольствие Аллаха, основным условием мы видим наше с вами исправленное отношение друг к другу. Чтобы привести в рай, мы с вами опять-таки видим, это зависит от нашего с вами друг к другу отношения. Чтобы мы не злились друг на друга, чтобы мы не ругали друг друга, чтобы мы не наказывали друг друга. Чтобы защититься от адского огня,
Тоже мы видим, условием является, чтобы мы не притесняли друг друга. Сегодня мы ценим ли столь важные, значимые вещи в братстве в исламе должным образом, как от нас ислам требует. Если Аллаха довольство, рай и защита от адского ада зависит от нашего с вами исправленного или же испорченного отношения, какую роль в исламе должно наше с вами друг другу отношение занимать? А когда человек вот такой важный роль, что играет братство в исламе, выбрасывает и топчет под ногами, не ценит ее, ученые ислама предупреждают нас, соразмерное этой награды наказание ожидает того человека, кто не ценит это братство, кто играется с этим братством, кто не считается с братством ислама. Пусть Аллаху Та'ала нас сделает из числа тех, кто обрадует пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, сохраняя братство в исламе. Это один из последних васиятов пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Слезами на глазах то, что он завещал нам. Он сказал, муслим другому муслиму харам, его кровь харам, его имущество харам, его честь харам. Не трогайте, это запретные зоны. Кто тронет это человек вышел против Аллаха и против пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Вассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату. Баркала Аллах разыслеги, нижик удахун хану вача ашлух. Несли лакиня завтала, раада бжуги бугу. Имам Шами, рахмахуллах, саавли бугу. Дейца, данди хавуна, дагестан ашлул джамаат. Ритлич гурук ини, хадуги авли бугу. Жододагу, жанисан, тушманги хач гук ини халаш. Ай, дейца, дагестан данди хавун бук ана, цолхи ялда, цора айялда. Жодош ритлиги хечиб гун караб жамаатлун. Хединку жодода гужанив тушмангил халалудак. Хедин хладина слуатсал, жака акулу гучиеса бихула, дагистанасли пайдаясли халт улильги, дагистанасли шибугунинг ургал хеч илги, хедингу дагистанасли халалудак ара кокала улильга адам руки. Чинги нехер диниаб идара муфтият, Если вы ищете инсанфонд в Атаниге, жака нуснус аллугу мутайза в Атаниге, эпкинем нигибугу, цохия слу баракат, цохия сух, энекия слу буги в халти, хеслу, жака суги в падиха, хеслу шарапик. Хеслу бити не лица райтлела, бунеска на слу, адлфа сушина слу, руководитель Абдулла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وجاي مبراتيا и сестры الحمد لله что Всевышний Аллах нам сегодня дал такую возможность здесь собраться увидеться с друг другом укрепить свое братство, свою веру. И дай Аллах, чтобы также в судный день под Лива-уль-Хант, под знаменем пророка, саллиллаху алейхи вассалям, он нас так собрал, и чтобы мы все получили шафаат нашего пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, и вошли в рай. Мы все с вами знаем, что с начала религии ислам и до сегодняшних дней, с начала нашего пророка, алейхиссаляту вассалям, над мусульманами, над верующими людьми стояли правители, те правители, которые руководили делами ислама, и без которых религия ислам, можно сказать, не пошла бы вперед. Настолько является это важным делом для верующих людей выбрать для себя правителя, что даже когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, перешел в мир иной, одна из причин, которых сразу не похоронили пророка, была, чтобы выбрать того, кто будет руководить после пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда был наш посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, он руководил делами ислама. После него на протяжении многих лет сахабы, дальше табиины, и это доходило до наших дней.
И во времена имама Шамиля, рахматуллахи алейхи, также наибы слушали имама Шамиля и повиновались ему. И альхамдуллах, сегодня выбранные алимами в свое время есть такой же человек, который руководит делами ислама. И альхамдуллах, благодаря которому мы видим, как ислам развивается не только в Дагестане, а и за пределами Дагестана, и во всей Европе тоже. Вот когда нашего муфтия Ахмад Хаджи Каддас Аллаху Сирраху поставили муфтием, в муфтиате, в духовном управлении было, наверное, человек 10 плюс-минус. Альхамдулля, сегодня мы знаем, даже возьмем отдел просвещения, есть такая организация, так скажем, которая занимается даватом, которая ходит по школам и объясняет детям, что такое ислам, какая она религия, к чему призывает и так далее. В одном из этих отделов просвещения бывает почти 10 человек. И этот отдел просвещения бывает в каждом городе и в каждом районе. По всему Дагестану ходят ребята в школы, объясняют детям, как необходимо себя вести, что такое экстремизм и так далее. Также мы видим нашим муфтиям, каддас Аллаху сирраху, запущен фонд «Инсан». Какую работу он проводит? Помогает по всему Дагестану. Вот если возьмем, для нас примером будет времена пандемии. Мы видим, как во времена пандемии именно фонд «Инсан» проложил большие усилия, чтобы помочь населению. И это тоже было сделано нашим муфтием. Дальше, если мы посмотрим на его работу, мы увидим газету «Ас-Салам». Вот недавно к нам из Магнитогорска приезжали ребята, казахи. Это Челябинская область. Вот эти ребята, когда я у них интересовался, мне посчастливилось, чтобы я встретил этих людей. И когда я у них интересовался, как они вообще узнали про нашего муфтия, они сюда приехали на зиарат к муфтию. И когда я спрашивал у них, они говорят, что посредством этой газеты, читая эту газету, вы представляете, это Магнитогорск, кто-то, может, даже не знает об этом городе. Посредством этой газеты эти люди сегодня сюда приезжают. И это опять-таки же работа нашего муфтия. Также есть отдел ФЕТФ, также есть отдел науки, которые выпускают книги. Если мы сегодня будем подходить со стороны разума, даже невзирая на шариатские доводы, несмотря на хадисы посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, мы найдем здравомыслящий человек, он поймет, что за таким человеком нужно следовать. Что именно за таким человеком религия ислам, она пойдет вперед. Тем более мы знаем, что он является устазом. Человек, которого Всевышний Аллах избрал для того, чтобы очищать сердца других людей. И мы понимаем то, что одному управлять Дагестаном, руководить делами ислама является очень тяжелой вещью. И поэтому им были поставлены определенные руководители, определенные имамы в каждом районе и в каждом городе. То есть в городе, к примеру, в Буйнакске есть свой имам, в Махачкале другой, и также районные имамы. Этими районными имамами тоже есть установленные люди в селах. И каждому из нас, если мы хотим подчиняться нашему муфтию, каддас Аллаху сирраху, нам что нужно делать? Нам необходимо, чтобы мы подчинялись тем людям, которые они поставили. И для этого у нас есть и доказательства, в которых Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, я айюхаллазина аману, атиу Аллаха, ва атиу Расуля, ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, вы повинуйтесь Всевышнему Аллаху, вы повинуетесь посланнику Аллаха, и вы повинуетесь тем людям, которые поставлены над вами. Если мы являемся людьми, которые верят во Всевышнего Аллаха, верят в посланника Аллаха, то мы должны следовать тем людям, которые над нами поставлены. И как бы нам не нравилось то, что они нам говорят сделать, насколько бы мы это не видели неправильным, мы не должны вытаскивать свое мнение наружу. Ведь эти люди поставлены над нами, и мы должны следовать этим людям. Также есть хадис посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, который передает Анас ибн Малик. «Исма'у ва ати'у, ва ин исту'мила алейкум абдун хабашиюн, ка анна ра'саху забибатун». Вы слушайтесь и повинуйтесь тому человеку, который поставлен над вами. Даже если над вами поставят эфиопского раба,
размер головы, который подобен изюму. То есть, пока этот правитель, который нам что-то повелевает сделать или что-либо, чтобы мы оставили, пока этот правитель не выходит за рамки шариата, не выходит за рамки ислама, мы должны слушать этого человека и повиноваться ему. В те времена эфиопские рабы, это, если скажем, вот слой населения, это был самый низкий слой населения. Даже если вот такого человека над вами поставят, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, вы должны повиноваться ему. Также есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в котором он говорит, «Ман раа мин амирихи шайан факарихаху». Тот человек, который увидел от своего правителя, от человека, который поставлен над ним, что-то, которого он не желает, то, что ему не нравится, фальясбир, пускай этот человек проявляет терпение. И далее в этом хадисе говорится, если человек начнет возражать, разделять джамаат хотя бы в пять, то этот человек умрет смертью невежества, невежественной смертью. То есть настолько большое внимание дается религии ислам, чтобы мы смотрели и слушали тех людей, которые над нами поставлены. И часто мы замечаем, вот люди не бывают согласны с тем решением, которое выносит имам. Даже возьмем дни праздника или другие времена, разницы нету. Бывают не согласны некоторые люди и высказывают свое это мнение. А мы видим, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, «Фальяспир, ты проявляй терпение». Смотря шариатские доводы, смотря на со стороны разума, на тех людей, которые поставлены над нами, то мы должны слушать этих людей и следовать этим людям. Если мы хотим, чтобы эта религия пошла чуть вперед. И тем более, если человек сделает правильное намерение, если он сделает правильное намерение следовать за этими людьми, то он еще и вознаграждение от Всевышнего Аллаха тоже получит. Просто человек сделал искреннее намерение следовать имаму, который поставлен над ним, и слушает его, то, что он говорит, он дальше говорит джамаату, и не разделяя джамаат, перед Всевышним Аллахом этому человеку будет вознаграждение. Легко и просто. Дай Аллах нам тауфик, чтобы мы тех имамов, тех руководителей, которые над нами поставили, видели истинными людьми и следовали за ними. И пусть Аллах нас обережет от разделения джамаата. Вальхамду лиллахи раббил аалямин. أولا قصو حديثه صلى الله عليه وسلم الله سيغطول إلى قوة مؤمنة نو علم زباز أولي وغو تنجي دخوني لقين أبون سوغيز أولي وفيزيشيس كلاق أبون كي موغو نيجي جاقا چرخول قوة لغي قواري عرب علمية قوة لغي قواري عرب دنيا لغو هم نسلخا كي يزغو دان ديبا چرم يسلي روستال چانگو نوخاس چمفيومي لغي راقرال او شامل جي عبد الجليل جي هزو حدود زبيجي حسن هل هزيرا عتلا هزبيتنا سبورت الاخر خرب جي هزا ولحالت جي توك يقول حق نسلي علق هزي يقول حق ولا ابي سخا السلام عليكم здесь Идрис Хаджи рассказывал про братство и мы вышли здесь как доказательство этому если вы спросите почему потому что вот вы наверное знаете я аварец Шамиль аварец и вот наши ученики вот два брата Тимеевых Мухаммад Хасан которые являются чемпионами мира, чемпионами Европы, они не аварцы, они кумыки. Когда мы их тренировали, не только мы вдвоем, там еще другие тренировали, мы же не смотрели, они какой национальности. Если бы мы им внимания не уделяли бы, они чемпионами тоже не стали. Поэтому то, что Идрис Хаджи говорил, вот мы как на примере, что ли, да, вот показали. Себя не хвалим, просто как вот рассказываем, делюсь с вами. Этим событием. И такие маджлисы однозначно являются полезными Баркова организаторам, что они вот так организовали разных национальностей, в одном месте собрали. И здесь и имам села присутствует, и глава. И так все вместе, если мы будем, я думаю, у нас вместе мы сила, как говорится. Так что только вперед. Ассаламу алейкум, рахматуллах. Хочу выразить благодарность организаторам этого мероприятия, этого прекрасного маджлиса. Пусть Всевышний примет наш маджлис. Баркала за приглашение и баркала за то, что делаете для народа, в общем, в целом, то, что делаете для религии. И хочу
поблагодарить своих тренеров Шамиля и Абдужалила за то, что они вот так смотрят за нами. Благодаря им, если бы они за нами не смотрели, то мы бы тоже, наверное, сейчас где-то, может, ходили бы, где-то стояли бы там. Баркала вам за то, что нам помогаете. Баркала всем. Уважаемые братья, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Вот нашим спортсменам наш районный и городской имам Мурад Хаджи Исмаилов вручает им от его имени благодарственные письма, денежные сумму и также картины, иншаллах рахман. Благодарность выражается Тимееву Мухаммаду Магомед Аминовичу за высокие достижения в спорте и популяризацию здорового образа жизни. Желаю вам и вашим близким здоровья, мира, семейного счастья и благополучия. Да ниспошлет Всевышний вам свою милость и благословение. Председатель совета имама города Буняцка и Буняцкого района Мурад Исмаилов. Также мы даем благодарственное письмо Теймову Хасану Магомед Аминовичу и денежную сумму. Они наши чемпионы. Также нашим братьям хабшинцам Алим Алилову Абдужалилу. Адилову Абдужалилу. Магомеду Шамилю Магомедовичу. Также к нам в гости приехал помощник муфтия Идрис Асадулаев. Хотим его тоже позвать. Иншаллах рахман. Ему тоже у нас есть подарок. Также хотим вручить подарок нашему хафизу нашего села Хабши, Мухаммаду, сыну Абу Бакра. Мухаммад, если можно, подходите, пожалуйста, вперед. Также этот Мухаммад, наш сын Бахаудин Хаджи, это не знает, поэтому мы ему тоже хотим вручить подарок, картину, иншаллах рахман. Он у нас, получается, аспирант, который закончил аспирантуру при муфтияте. Там проходят очень большие книги. Это большой ниамат, что в нашем селении есть такой большой алим. На самом деле наши алимы скромничают, они не говорят, но на самом деле эти наши братья, которые закончили аспирантуру, и те, которые сейчас выступили и будут выступать, они большие, очень алимы. Пусть Аллаху Та'аля объединит нас по знамению пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от которого мы черпаем наши знания. Аллаху Акбар! Такбир! Такбир! Аллах Сулейц, Линчик Удохан, Шейх Хавач, Аракинез Губар, Калабугу, Азазар. Аллах Сахафи Логи, Альму Цалаги, Нехлери, Амирги Хариги, Хезу Баракат Кибукуна, Ростай Халта Кибукуна, Аллах Самутхадзе, Камни Нехлери, Амин. Нехлер, Ростал Бет-Эр, Мухаммад, Линчик Удохан, Вач Унугу Нехлери, Цинги, Хески, Баркизиги, Нехлери, Вазана Сахата Визи, Цинги, Арабжо, Жиндего халт или караб битни сигарет лолуха. Куда из уважен хвискул на улугу? Атар чиес? Куда из тулай? Ассаламу алейкум, рахматуллах та'ала ва ракату. Лина салат салая ецл. Витсю хавитни бани дон мудава алим чи игору. Сок его райник битни келла. Тут сэр сэргал диват лан. Баркал тлази. Абжакас мажлис. Дан диабурази. Ваан лахал сарази. Аллас. Кабулу мотик. Мусляба. Келер келді, батынан жүді бар кезі, жер администрациясылы қалсан, жақысы алып мәжілесі. Ва, Алмазабей,
Инсан выжунул Дунелда, Солал Тала Мухаммада Варага Саумугу, выжирал Инсан, Живжиук Никелля, Жамаатасли Пайдаевсу. Един слав, диват нан хапшадил Жамаатасли Веркалат Лези, Шиб Абулибугу Ниги, Неслер Жамаат Кутакалца, Сусац Кураб, Ниж Разиев, Киногу Разиевугу, Шай Гурстан, Укудия, Хеджу, Нсер, Ростал, Пехулари, Ахрис, Заманаес, Рангурт, Хеджу, Нсер, Пехулари, Хавура, Русмут, Саунурт, Асаслоха, Нарушение, Малицельди, Караб, Ваэль, Ахрис, Караб. Хедин, Хадус, Ангит, Сайко, Мехки, Авун, Рангру, Абизи, Ножой, Тавфихт, Леги. Михалас, Босани, Алимчи, Алимзаваться бицу, но же дочь Алан Гиватиля. Алимчи кинеук и Николивали, Ваудин Лос, Махамадица Дида Абурабжо, Дида Кочон Тулару Дир, Хейб Рак Крикана. Алимчи вит улюгуни, Цовак Алин, Сер Идараес, Ялхунани Ростал, Цовакан Лугуни, Хевчиес, Миллиат Хавизи Киллерилла, Маиша Тарслуги, Жинди, Шибда Иншуэлла, Зарплата Ватаниги, Цугида Ватаниги. Хевжиеслу Миллиат Хавизи Киллерилла. Хевжиеслу Миллиат Хавич Угун, Ат-Хараб, Исламаст Ат-Хараб, Ишхабулюгучи, Хевчи Коллет, Уварав Алимчи. Ну, джой Захлитлеги, Баркала, Алмазави, Халат Аванши Хавли, Халат Вицарабжуча. Але не ч, але ма. Баркала цуги нохнуджи. Сахли. Баркала лалазлиги. Нехида сала, чекавросу, бугу, кидагу, имам шамил замана ясли, жаккаги, иншалла, хадусилки бук ина, исламасли, халтаги хавулиб, хеслу цирекха бисмук арашайру чекасил. Нехида сала, саида фанду кудиса сиру уги замана яс, хеб абизбехула, цияб, асру бабихара, куцас, хедингу, ислам гидс ихиз бабихана. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مريد أدواج أمام خاص دو مريد استواته نغو جندقو استعار شايخ شجوياس غيتس إيبوسون دو تقود شباق قلب غيتس بكوناج إعرام دو غيتس أسوخ هواته نغو استعار هنچی کوتاه و عجایب سر دو مورد، هنچی آخر خی هبون دو مورد است دوی عدنات محلی که آن کلی خالقی هبون مورد زباد زو هتل و عرض که بق ارزی که بق آن تلمگو شایخ سخه مایل دوی محلی سلو عرض که دو تهی عدن دوی عقب تلویگی لقی چند هیلا همه خدا شایخ است ابو مگو هم مقام آدی عنتی الله سعی دیه شنیله هیس هبشون. هیس قلب عقبگی زراغی دید سبچنلا هب زراغ بچیه لسون الله سلون لدیه همقام هیس اقلیم تلده دباد ادباد اونه بزحمت لگی قلیت لگی چجوی اطلاع قتل روست سبگیب روست سورا قتل تلم چجوی اطلاع بگیب هم میتلده تلده کل الله سورا قتل مکین نیتلر کرا مناه چوریزی بک آ یاگی مقام سیک اینه بک آ یاگی نیتلر صحاب رو تو مناه رو بادیچ آی بک آ الله سنتلر بادیچ آتون هم با بعدی اصلا باتوجه گی الله است نتله، الله است نتله مقام تیک اینه سوابق نکیزه بگی. هدینگو توگوی مثال باشون تلا، تو پلانو چی؟ وکارویلا جندیت، اوبراب عاخو حیوان کینوگو جندی مکورو. هستی عاخو حیوانات سرکون بعد از سین تو باشون بگو مقدم کمی کامل بگو میسی. عصو یک اونیگو کاشیچو جادن، عصو گو زحمتی گی حیخونو کنوگدو. های عادان خونیگو. خارم خال کنم یه آخو جناب روسی مکرر نیچو میتیه نیچو شاید روس قضا خدا سیک اتچوچی یا چنیگو سیک اتچوچی یا چلم خال هنچه قدینه روسی زحمت لگیچو قلیت لگیچو هچ ام خال روسیه سلوک علی دور آخو جناب رو آنچه مکرر نیچو سون سد روسی دو مکرر شراب الله سر قتل مگی حاوی کی دوستی بک ارب دوست حکنا باشنا باشیه دستن الله روسی میتیه بنا اما روز خدیل هتل بیشینت آبی عاد نیتلت حالت ایزه هبنا لنی نیتل عاد سیک ال عدم ال قاتیل سیزلوکون رو شای پولان علم چیاس دوباره داغی سنت قیمت هم مگه پولان چیاسون هیچ قوم مگه هدی نبوده
عدم اتصاد ادي عن في خلق واجن هبي دوي سندت من الشرب هم خلق وص ابو مقول وقاب جندت شجوع عدنات جندير هبوا ان الواجن خلق هبوا لا جندير واجن هبوا بكرمه خال شجوعات شيما تسجي باشتهن لا جندير واجن هبي شيما تسجي واجن هبوا مخال باي بكان لا سورو قلبي عقل شيات روست اتسق واجن هبوا لا روست اتسق واجن هبوا مخال قوات ايروجي تسجي جندير واجن هبوا لا جاءنا كتلة خلابة روس لدي هطل دعبا قيس بغلاني راغد لغي روغلاني هاو فيما واتسا يا إبلا سلول يا إنسول كيدا ني قيمت هبولارو شاي نيتلة دقو جاني بهج قيمت فيما واتساقي هبولارو فيما واتساقي نيتلة قيمت هبيج أولاني سورو قروغي لعقاش يتلغي روس اتساقي نيتلة قيمت هبولارو دينا سلو واتساقي دينا سلو ياتساقي هيس نيتل كو سيك او قيمت بغي العدم اتساقي واجد هاليزي نيتل موتلون باتلاني هي بارا بغي روس لدي يلا روسس شجوع سوقي حق تقولانني شجوع روسس سوقي حق تقولانني هب الحمد لله كنا بقولك بقولنا أما دهاني جي عنقود أبي كامل بقولنا لو كنا زو عنقود أبي بقولنا رجل عنقود أبي نكذا جاني راح شيء له زي كلا قاتل شيء زي بيقولرو تو بولانو شيء أستي هي قومكو هنشو دعبة رأيكون إمام الصخوات أنا مخاد دول شجوع سو شيب دل عنقود أبي رجل واحنا مغص جندت شجوع سو عنقود نجوي شيء دلا جنسا جندت شجوع فقط بيتين بهريشيلا بيتين الرجل كي عن هذه نيجو نيجي جنسا جندت شجوع سول عنقود أبي قادر كيدا نيجي بيتين إلى دان دي كونج أوزول كم بقول نيجي رات أسمعه هان شيء قومك هان شيء عقد دوت شجوع هج إلى غي هان شيء عقد بيت إلى وصل شيء بعي بيك أرب وح هو جندت شجوع قال له شيء شجوع جنسا كيندي اللي بيتين هبوك إن كودنا سوات سكيد دينا سوات سنتلو أطلب رأس هديرو جي عزمانات دي روسا سوديت كيميتين عيبل دي تشجوا خو عيبل دي تكيميتين هدينا قط بق ان كولا نكدا جانب اما رات اسو قدو سا دوچ استول عدنان چيا چاز نيتل بيتسون شيبيزي الله استفيق لغي نيتل تو صد حرمت كه بيزي واجني كه بيزي الله اس نيتل بيتسن طبيعه تلغي والحمد لله رب العالمين بارك الله اورس لغي دينا فوات صحاد نسوال بوغو вообще чан нэлэр бүг нация ха дунялда Нэлэр хаз колж бүг дунялда бүг эг нация ток нация хечо бусурвавиги хут аралги мусульмани ясални синги авлага су хадис бүг саллаллаху алейхи ва саллям ман аша аля аль-асабия лейса минна ва ман мата аля аль-асабия ليس منا إخدوك أولوك أولوك صلى الله عليه وسلم ومن قاتل على العصبية ليس منا أي معنى شيء حديث أثلو شو شو قلنا نجيو ناتسيا نيجين أبن عروتشي نجيدا سهيجون أولوك أولوك صلى الله عليه وسلم هيدنكو نيج أبن واغروتشي ناتسيا شعو ناتسيزم شعو واغروتشي نجيدا سهيجون أولوك أولوك صلى الله عليه وسلم هيدينغو هيني واغولا غخارو تشيغي هيج نجيد سن اولو غورغا صلى الله عليه وسلم هيدفني ابيز بوتلو جوبو ديلشير اسكول غروسابي هاب قداس كزونو يسلو امامو غو موسى هسي رايت قولو غو هانو هيج او حفشل ابروجو هانو غو بوسرو ابي ابروجو توك معنا هيج هان مجلس سلو موسى وام سلو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته дорогие братья дорогие сестры общинцы и гости пусть Аллах примет этот благодатный маджлис маджлис который служит укреплению нашей дружбы нашего братства ведь дружба это немалая вещь в исламе По поводу друга много сказано в хадисах посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям. Передается от Абу Хурайры, радиаллаху анху, что посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, спросили, говорят, какое из благих деяний больше всего людей ведет в рай? Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, ответил, это богобоязненность и благой нрав. Может, кто-нибудь подумает, какое отношение имеет друг к благому нраву. Ведь посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, говорит в своем хадисе, «Аль-мару аля дини халинихи, фалянзур ахадукум ман юхалил». Человек находится в религии своего друга, и пусть каждый из вас посмотрит, с кем же он дружит.
Поэтому очень важно, чтобы мы посмотрели, с кем мы дружим, с кем дружат наши дети, чтобы исправился наш благой нрав. Очень большое влияние оказывает наш нрав, наш друг. Поэтому по поводу благого нрава наш муфти Ахмад Афанди, Кудис Сирду, да сохранит его Аллах, написал книгу «Благонравие праведников», и скоро будет конкурс в август месяце по этой книге. Так почему же наш муфти написал такую книгу? Потому что благой нрав очень большое влияние оказывает на нашу религию. И очень большое влияние на наш благой нрав оказывает наш друг. Есть в суре Аль-Фуркан аят с таким смыслом. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن السبيل. Смысл этого: в тот день, судный день, притеснитель будет кусать свои локти, свои руки и говорит: «О, если бы я выбрал себе друга, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и взял бы путь вместе с ним! О, горе мне! Почему же я выбрал? Если бы я не выбрал такого-то друга, ведь он ввел меня в заблуждение после того, как я наставился». Причиной неспослания этого аята был, говорит, следующий случай. Нам всем известно, что в начале призыва посланника Аллаха, саллиллаху алейхи салям, были люди, которые очень вредили нашему посланнику, саллиллаху алейхи салям. В их числе находился два соседа пророка, алейхи салату ассалям. Одним из них был Абу Лахаб, родной дядя пророка, алейхи салату ассалям, который очень вредил нашему пророку, алейхи салату ассалям. А другой же был Укба ибн Абу Муид. Они обе всеми средствами вредили нашему пророку, алейхи салату ассалям. И в один день этот один из соседей, Укба, когда пришел домой, сделал пир, собрал всех почетных курайшитов, и в том числе был приглашен наш пророк, алейхиссалату ассалам. Когда пророк, алейхиссалату ассалам, пришел, пророк, алейхиссалату ассалам, отказался принять его пищу. Он сказал: «Если ты не произносишь слова шахады, не станешь мусульманином, я не буду в твоем доме есть». Тогда Укба произнес слова шахады, сказал: «Ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду аннака расулуллах», и посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, поел. После этого этот Укба очень сильно дружил, говорит, с Убайей ибн Халафом, еще с одним врагом посланника Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, который умер в неверии. Когда он встретился с Убайем, Убай спрашивает: «Какая же весть дошла до меня, какая печальная весть дошла до меня? Говорят, что ты оставил религию своих отцов. Ты произнес слова шахады». Укба говорит: «Что же мне было делать? В мой дом пришел почтенный человек, отказался принять мою пищу, если я не произношу эти слова шахады, я произнес». Тогда этот его друг Убай говорит ему: «Мое лицо твоему лицу харам. Если ты в следующий раз, когда встретишь посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка Мухаммада, не плюнешь ему в лицо». И тот так и поступил. Плюнул пророка, алейхиссалату ассалям, в лицо, но в книгах сказано, что эта слюна не дошла до пророка, алейхиссалату ассалям, она наоборот возвратилась к нему и сожгла его щеку, говорят. Вот таким образом он обратно пал в неверие. Причиной кто стал? Причиной стал его друг Убай. И по этой причине был, говорит, неспослан этот аят. В тот день притеснитель будет говорить: «Почему же я не взял путь вместе с посланником Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям? Почему же я подружился с таким-то, который заблудил меня?» Вот такое будет наше положение, если мы в друзья выберем не того человека. Еще Джафар ас-Садик, ради Аллаху анху, рекомендуя нам, каких друзей выбрать, каких не выбирать, говорит: «Ты не дружи, остерегайся вводить дружбу с пятью категориями людей: с лжецом, с трусом, со скупым человеком, с невежей, с глупцом и с нечестивцем». Потом вот, приводя доводы этому, он говорит:
ты не дружи с лжецом. Он далеко от тебя покажет близким, а близкое от тебя далеким. Будешь постоянно в обмане. Ты не говорит, ты не дружи со скупым человеком. Когда ты больше всех будешь нуждаться в нем, он покинет тебя, он оставит тебя. Ты не дружи, говорит, с трусом. Когда беды настигнут тебя, он убежит, говорит, от тебя. Ты не дружи с глупцом, ибо он, пытаясь принести тебе пользу, будет только вредить. И ты не дружи, говорит, с нечестивцем, с грешником. Он тебя продаст за ломтик хлеба, даже за малое продаст, говорит. И когда спросили, что же за малое, он говорит, за то, что сказали, я тебе дам ломтики хлеба, за эти слова он тебе просто предаст, говорит. Вот с этими категориями людьми Джаафар ас-Садик, ради Аллаху ану, не рекомендует нам водить дружбу. И еще был такой праведник, Абдул-Кадир ибн Хабиб ас-Сафади, который написал великую книгу, великий стих «Силкуль-Айн». И в этих стихах он приводит такие строки. «Васхаб лиман тажни минху лхайра, ваджфу лиман яба шариата хаббаба лкарихат, аль-мар'у ма'аман ахабба ан-насу сахакада, фахтар лазан ауджинанан зата бахджат». Смысл этого, ты дружи, говорит, с праведными людьми, от которых ты получаешь пользу, от которых ты получаешь благо. Остерегайся водить дружбу, оставь, не води дружбу с людьми, которые любят порицаемые качества, порицаемым характером. Человек будет в судный день с тем, кого он любит. Так выбери себе или же благодатный рай, или же ад, говорит. Если мы выберем правильного друга, это подобно тому, что мы выбрали рай. А если мы выберем неправильного друга, нечестивца, это подобно тому, что мы выбрали ад. Да поможет нам Аллах в выборе друзей, и да примет Аллах этот благодатный маджлис. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Баракаллаху, брат Муса. Если кинезгу бичаралдаса, бичаравжевугу, джака, цосивук ини кейги, хеб цосиги, Дин алдасырук, ислам алдасырук, жудолгу пайдаясли гуриб, ислам асли улу, Аллах асум нухалда, дин асли чудава агнеседеса пайдавук инха. Аурага слу хадис буги куцал салаллаху алейхи вассалям, ножур бишун слик аугу, кинау, анфаахум линнас. Жиндаса бишун пайдавугу, хеугу ножур слик асасан цояу. Бунеске лаугу па адеу заката. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على خير الأنام محمد الفرقان وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الأخير كنشنا بلغدرنست абсолютно всем организаторам лице Баудина Хаджи лице нашего старшего брата Мухаммада Хабшинского. И хотелось бы отметить именно вот такие маджлисы и то, что проходит до маджлисов. Мы сюда пришли уже в готовое место покушать, поговорить, послушать. А люди, которые занимались тем, чтобы нам это все было удобно, это есть наши братья. И вот подобные маджлисы, подобная работа во благо общества, она и есть то, что нас с вами объединяет. Также здесь уже про братство было сказано, затрагивалась эта тема про братство. В первую очередь хотелось бы отметить насчет тасафуха. Что такое тасафух? Это вот это рукопожатие. Потому что со знакомым человеком, также с незнакомым человеком, при встрече то, что мы делаем, это вот это ассаляму алейкум ва рахматуллах и пожатие руки. Каким оно должно быть, какова этика этого? Удлинять я сейчас не буду, потому как и так наш маджлис затягивается. Необходимо знать, сам пророк, алейхиссалату вассалям, нам говорит, что минимумом приветствия является ассаляму алейкум ва рахматуллах, а максимумом его, чтобы мы пожали обеими руками руку нашего брата. И на самом деле, когда
уважением, с улыбкой на лице мы пожимаем руку брата, уже изначально уже симпатия к друг другу бывает у людей. На сегодняшний день, к сожалению, этот салам по-разному люди дают. Как-то вот пренебрегая и так далее. И первое впечатление у человека именно на этом саламе и строится. И начинается то мнение о человеке, что он гордый или же нет. То есть понравится тебе или нет, зависит от этого. И потому как мы с этим действием каждодневно связываемся, в любом случае, хотим или нет, мы жмем руки друг другу, необходимо знать, что это следование хадису пророка, алейхиссалату вассалям. Он говорит, что во время предыдущих пророков был поклон, в наше время пришел, говорит, во время ислама именно рукопожатие. Поэтому, если мы это рукопожатие, которое делаем, будем совершать с улыбкой на лице, и следуя сунне посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, за это, конечно, отдельная награда тоже будет, и наш нрав тоже, иншаллах, будет потихоньку воспитываться. И насчет улыбки я говорю, мы знаем, что один из праведников сказал, ты говорит, не сможешь своим имуществом удовлетворить всех, то есть твоего имущества на всех не хватит, говорит. Но твои улыбки и твоего доброго слова, оно хватит на всех, говорит. Оно не будет уменьшаться от того, что ты его выговариваешь и по отношению к кому-то высказываешь. Поэтому это первым фактором является, который служит именно объединением для братьев. Это рукопожатие. Вторым фактором, как здесь один из лекторов, наш руководитель отдела прощения по району Абдулла говорил, это объединение вокруг одного человека, вокруг одного. И на сегодняшний день, конечно, если мы будем объединяться вокруг того, что для нас завещал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, лучше этого для нас ничего не будет. А кто до нас это доводит? Это алимы, это наши имамы и так далее. Теперь качество, которое должно быть у алими, как Ибн Халдун это пишет, это великий муаррих, и все остальные тоже алимы согласны с этим, из их слов выходит именно это. Алим должен содержать в себе четыре качества. Это ад-дин, религиозность, ильму, конечно же, знания, также аль-маджма'у ва-сиясат. У него должно быть понятие о политологии и о социологии общества. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вот эта религиозность, которая в нем есть, и те знания, которые у него есть, чтобы довести до общества. Социологию общества он должен знать, чтобы на каком языке и по каким понятиям правильно преподносить для них это знать. И для того, чтобы продвигать это во всем районе, он должен знать политологию тоже, эти политические моменты. Не та политология, не та политика, которую на сегодняшний день ведут чиновники, да? А в общем, у него должно быть представление, как продвигать вот те знания, которые нам завещал посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям. Теперь о том, что нас объединяет, тут сказали, теперь я скажу о том, что нас разделяет и от чего следует остерегаться для того, чтобы объединиться. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, что три вещи есть, и они являются дверями всего плохого. И как раз таки вот разделение среди братьев, которые есть, из-за этих трех вещей бывает. Первое – это алчность. Алчность человека. Алчность, мы знаем, Адам, алейхиссалям, из рая был выведен. В этом, конечно, большой хикмат, большая мудрость была для того, что посредством этого Всевышний Аллах создал нас, создал посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, лучшего из творений. Но его вывели непосредственно, именно это действие было сделано из-за вот этой алчности, которая склонила их к тому, что они съели запретный плод. Следующее качество – это зависть, которые бывают в человеке. Первое убийство мы знаем, Кабиль, Хабиль, сыновья Адама. Это убийство произошло на фоне зависти тоже. Двух родных братьев. И третье качество, это у нас надменность, гордость человека. И поэтому хотелось бы по поводу каждого из них, чтобы у нас понятие было, как от этого остерегаться. И чтобы мы суть поняли, привести историю. Абдулла ибн Джафар однажды, радиаллаху анху, он находился у себя в саду, отдыхал, и там находился один из рабов. Он увидел, это был не его раб, он увидел раб и другой сад, в котором находился этот раб. И этот раб, ту еду, которая была предназначена для него, он надламывал и кормил собаку. Он кормит собаку, он так кормил, что у него уже еда заканчивалась. И он и закончил эту еду полностью, он отдал эту еду собаке.
Теперь он говорит ему, он спрашивает его, не слишком ли ты щедр, говорит, по отношению к этой собаке. И этот раб отвечает, это не сподвижник, никто, это раб, просто раб, который был на то время. Он отвечает, эта собака, говорит, она издалека пришла, в этой местности собак не водится. Она пришла издалека, поэтому ей это больше необходимо, чем мне. И теперь Абдулла ибн Джафар спрашивает, а сколько ты вообще получаешь за работу, говорит, в течение дня? Вот это и было, говорит, все, что я получаю в течение дня за работу. То есть теперь удивляется Абдулла ибн Джафар и говорит, «Валлахи, говорит, не я щедрый человек, а на самом деле ты являешься щедрым человеком, который все, что у тебя есть, отдал, говорит, собаке». Он выкупил этот сад, выкупил этого раба и освободил на пути Всевышнего Аллаха. То есть у нас тоже с вами, когда к нам те или иные братья подходят с какой-то проблемой, сразу их так отшивать, так сказать, что не получается говорить, не стоит нам. Хотя бы поинтересоваться и узнать, в каком положении они находятся, и ту помощь, которую мы можем по отношению к ним совершить, чтобы мы совершали. Потом говоря о зависти. Пророк, алейхиссалату вассалям, имам Ахмад рассказывает хадис от Анаса. Анас говорит, однажды мы с пророком, алейхиссалату вассалям, сидели, говорит, вместе, сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям. И теперь посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, говорит, сейчас придет, говорит, человек, который является, ну, любимцем Всевышнего Аллаха, нур, лицо которого освещает и так далее. То есть хорошие эти качества рассказывает он. Человек из Ахлюль Джанна, говорит, сейчас зайдет. То есть райский обитатель. Сейчас он появится, вы его увидите. И появляется человек, только что совершивший омовение, у него еще по бороде эти капли от омовения текут, в левой руке у него эти сандали. И так трижды повторилось. Три дня подряд пророк, алейхиссалату вассалям, говорил так, и этот человек появлялся. Теперь одному из подвижников, Абдулла ибн Амр аль-Асу, ибн аль-Асу, стало интересно, что же он такое делает. Он попросился к нему домой. Он сказал, что у меня, говорит, дома проблема, я хочу остаться у тебя, говорит, некоторое время. И три дня наблюдал за этим человеком, о котором посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вот так отзывался. И он не заметил в нем, что он на какие-то дополнительные молитвы, на тахаджуд встает или еще что-то делает. Единственное то, что он увидел, что он вот какое-то дуа, что-то читает перед сном. Теперь прошло три дня, и теперь Абдулла ибн Амр говорит, а тебе, говорит, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, вот так-то и вот так-то отозвался. Но я, говорит, в твоем амале ничего такого совершенного не увидел. Скажи, говорит, мне, что в тебе такого есть, и за чего ты достиг такой степени? Теперь он отвечает, он говорит, во мне, говорит, я не вижу ничего, что есть что-то такое. Но единственное, говорит, то, что я думаю, я, говорит, когда ложусь спать, говорит, у меня, говорит, зависти или какой-то неприязни и так далее по отношению к моим братьям не остается, говорит. Я прошу прощения Аллаха за себя и за них, и никогда, говорит, с этой завистью не ложусь спать. И теперь Абдулла ибн Амр говорит, вот это качество есть, которое нам тяжело практиковать. Даже сподвижникам было это тяжело практиковать, нам с вами тоже это будет тяжело. Но после каждой тягости облегчение тоже бывает. Поэтому нам следует знать, что человек, даже дополнительный ибадат не совершая, просто если он будет не иметь зависти в сердце по отношению к своим братьям, иншаллах, рахман, Аллах его до великой степени доведет. И насчет кибру тоже скажу. Кибру — это у нас горделивость, гордыня человека. Из-за этого тоже бывает раскол среди братьев. В общем, об этом говорить, раскол он бывает, горделивость появляется, когда человек видит в другом человеке какой-то недостаток и считает его не своего уровня. Насчет этого как раз таки наш муфтий, он приводит это из других книг и говорит, «Ла юнакису лихвана илля куллу накис». Недостатки в братьях не находит, кроме как сам человек, который является содержащим в себе недостатки. Поэтому пока в тебе есть недостатки, ты будешь недостатки находить тоже в братьях. Поэтому нам необходимо в первую очередь над собой работать. У имама Шаарани тоже спрашивает один из его мюридов, я, говорит, хочу к своему брату в гости пойти, говорит, но я боюсь, что я займу его время этим. Как мне следует поступать? Он говорит, ты главное свое намерение очисти, ради Аллаха выходи к нему. Дальше как получится, уже, говорит,
сам уже разберешься. То есть главное очистить намерение, потому что с чистым намерением пойдешь не для того, чтобы от него какую-то выгоду получить, а с чистым намерением ради Аллаха. Он говорит, даже если занят будет, он этому обрадуется. Поэтому, в первую очередь, нам надо вот то, что в нас есть, эти плохие качества вывести, потом уже нам это братство держать тоже намного проще будет. И последним фактором является на сегодняшний день вот эта наркомания. Наркомания – это алкогольно-опьяняющие напитки, наркотические вещества. И об этом, скорее всего, уже… Я хотел эту тему затронуть, но об этом, иншаллах, Рахман, следующий лектор расскажет. Дал нам тавфик тому, что мы здесь сказали, сегодня услышали, запомнить это и этому следовать. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин. Альхамдулиллахи Раббиль Аламин. Ассаляту ассаляму аля ашрафил мурсалин Мухаммади ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баад. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хирадина слуватсал. Если не рач ашина шаата битана, хирадина слуватсал, ха бацлия слуги. Тот себе обещано, не двадцать один руки за колен, то сейчас речь за колен, то семья один ха, ходу обещано, не имам с нахрен не колен обон, ханже, хани рак арун, хани обещано неги, не ругишь на бак, а да, рузмандер рак арун михалат, чоги мажисал да анна неги, не ругишь на бак, а да, хиралдина хвата, не себе обещано, отслесу, не двадцать один руки за колен, сорок руки за колен, синги, то сейчас дохон ха брак, чаясь бук из бегуларин. Хадитинги, хабгуни, аббитсулюги, букун, хаб, цухун гуд эсли, илевши бдабу хирадина хватса. Нихлеца суат лези килер, к примеру, цубосну ха, хабсаат, машин качали чугунани, а нихлеца машин бакхар михалар, то трейд хабло. Хадитинги, матур бакхун, жанин хун качан, синги капан лахисун, нуску батеж хабло. Хадитинги, цидасан бакхар михалар, гобгу жабул бугунани гот, цидасан хлеца, илеба Аллаху гофи. Хотя не говорю, что базы бичизе, ботларсу кое на хлебата не гха. Ай, не хлеба то, там дуняме я бжу, бичулары мехалас. Он говорил мне, что пасир то лечь мехалас хор. Не хлеба, гилец хола, пастан гилец хола не хлеба хли. Хотя синги, не толкнул гуд эсха, не хлеба, хаб, имам с махаражо, хабу гуд эсле кмеро. Ханже, кего мадо хлук он созрел тугил, соз соз нахасик асан, адри хон гуд э, халхабшин бужо. Хабгуне битсулиги букун, хаб цухлиша хеч энэ цхоатланэнэ. Со, хли жаохан букинуа, со хисабагу, аварагуса замана саллаллаху алейхи ва саллям букараб. Со кигу кабиле букумугу, кигу одне племяха, аварагуса замана саллаллаху алейхи ва саллям ансаразасан. Хаджин сиги цусазда хуртлоу бят шимне цимахи хеч эл. Шимне цимахи хеч эл. Сиги ватса адан ругилха. Хайн со замана, сиги хал хиконугу. Сейчас я хочу сказать, что когда я ходил с бабихом, я хвалил. Сейчас я бабихом могу, а то коллаж лабизиха. Ай, нахаз кашбата на ниги, груби там бата на ниги, то коллаж лабизи. Ходу, рихар мы хвалил. Уже говори, ходи где он, то кеш ну хар мы хвалил. Вы не знаешь хочу. А ты рихар мы хвалил. Гобут ниги, тушман ты сейчас хукабук араб, гобу гирак алдышон. То сейчас это асфальт лунгут и кому гот иха. Асфальт лунер лабун. Ханжет синги, гоза абул мехалас, нурус хабжу тей, нур ватса хад нурук из корин, хабжу битсуни мехалас, гоза абул бугу, хадаб койас, жинди, хабжу хабу муги чабанани, жит асал хуйнен лабу. Ай, хасир шибкара, хасир коли бугу, халя хаб хиqibата наниги, жақа сухот хару лихал наркотика рата наниги, халя хабжу. Аллах с абул бугу, Куран Аллах, аллахам нихлеса буги хиqibата наниги, кинна наниги них, нихлер бит ирсур забули шинабжу. Хаб кинна гужу бугин, شاید آن خلوت عمل است چورکی. هنوز سنجی، این نخسا نخیر عسین معادوش بگو همچین تصادف کن آبی چند نگی، بعد ای بات اجازه رو گرکن. سبب سنجی نخیر عموم مزو، صحیح قیگی سنجی، و بوشلو تابکی بگو مثلا نی، جاک است قویل. هب عزازل بعد ای بود ای بگو آب. صبح صبح دست خیریاب، صبح صبح اوچیزه گی بگو. قوگو روشتن، آنت ارشو گروشتن، باسول بگو نخیر عسین خیمال س. هرچی تنگی نیکس نیکس خیمه چون اینو قرار میخواد نیکس مسجد هات اینو قرار میخواد مدرسه هات اینو قرار میخواد نیکس مادر از جهابیز قرار میخواد غض هابول هیچ اون نی غضی عیلاب بک اسکول تو غضی عیلاب تو بک اسکول هرچی تنگی نیکس ابول هلال نارکوتیکال گی نیکس ابول هلال چروکش نجال قرآن الله س ابول بگو هلال چروک خبر گین هلال بخوی گی خال نارکوتیکال رگیلا شاید آنها جیب سهابات هنگی کن نیخ بیت آرنوخته سر نخیر رسول جو.
Нитлеца, один от Ассамаса Балахун, Сухисибика на Жоле Натананиги, Робуго основа, причинаха, Бишн Тлуч Бугибжо, Жиндатун Нитлечат, Анах, Бит Анухаса Накрачин, Ачакизи. Эдихи дал, оба Асхарза Базаги, Аварага Салаваху Алясалам, Атхаза Хабур Махат, Роб Аят Кириштун, Хекаджу Харама Бугин, Ханисиги уже запрет Хура Махат Аварага Салаваху Алясалам, Асхарза Баца, Абу Бицуни Бугуха, Роб Тасирала, Озуру Кому Ашина Роб Вино, Родобит он, а улица Бахакот Орук Анилец он, Винуэл. Хединаги Абун Аварагас Абидал, Абун Бакхан Махат сразу Родобит он Огоз. Закан Хи Хирадина Хвасал. Аварагас Салаллаху Алясалам Абу Лугу Харама Бугин. Аллах С Абу Лугу. Нисхани Рач он, Алим Завас Абу Лугу, Нисхани Сержук Араханир. Кинасу Абу Лугу Хабжу Тейн, Хабжу Сабатлун, Нисхани Насла Биги, Нисхани Тусазу Тусли Туларин Абжуэл. Хабгуне Битсули Гибук он, Нисхани Хабжу Тунгут Эхли. Сеги, Эля Балайскула. Ханжи, нет, они рад армахал хиладина твацал. Не сабуля, что они ругин сухи кудул джайля муха. Нет, они рад армахал, не сед отхала, не сед маду ватана, не гибожа ватана, не гуду хамах, обжу хабуля угил. Ханжи, госух, кирак он тебе не сед. Не сед обих хул махал, что чес, хабар, нахас хабар лицун букин. Яги, имам сурт от армахал, обжу хабуля, что сед вахун имам с абулю хади хадин, хукма богин, хадин хабизу кул богин. Урахун от армун сенги, бат и хабар лицун бугу, имам с Абул жо дида бичу лечин. Хади не сну ж бичу ля адама са биху хулмек халас не седа. Гоб жо дат адри кэг гоб гужа кула. Хеди седал. Не хлеца гу хабу лечу на неги. Адри кэзэ гэби хулару. Адри кунгут ги кула гучаса аби. Гобит арну так кезави. Нихлер точсин нихлер вац. Нихлер кизан ала сабаби хун. Симя ала сабаби хун. Вац худул сенги хадинек амаду хал. Аллах скинул за них тафик лаги хирадина хватал. Хакал хакал хунги бихизе, бат обат ох хунги бихизе. Хельди сугида ан хир адама гахизе. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху ля мин шайтану ля мин бисмиллахир рахман рахим. Хватал нашта джамаат. Хаб нашир. Хаб ахаджиса мутадах ля али хаджисул хаб маулид. Ахлю батана уму мутсагу. Хеу уну кудия устари хакикия сахиха бизну гибугиу. Сенги, энэ үдийяу алим, хэб сенги хунза хан онолда, нэхэр аниб, сенги үдаб замуны, үдийяу алим забиги суязла гилук арашлун. Да сулдаб ахулбатана хан, жедаги ахулбатана габ, хаджи наа хан ятса то, үдийяч хазираски бодли чулуны гиха, то, чекасы үдийясул, үдийясулу гасул, мавлэлли да ахулбу хадаб, оқаву хагаб. Хабьо сенги бодли му, жамаат атли, хадин аумач анахаве, хуларишилаб, умузу ахулбу мавлэлли ахазиина уха. هنا حلجة بقى بانشي كنا تسوين أمي خلينا ده حلقة كذا حلم يسام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم مولاي صل لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دائما أبدا سلام السلام في الله خلق شوق خير يوم در حبيب أحمد دا شيل أبرز الله إيمان الله Salat Allah Ragazdi Islam Al-Li Ahidat Imam Islam Makhizi Rasul Khunji Witarav Hiv Habibullah Asum Rifsizin Fadahila Tadi Anam Khaliqas Khalq Zahir Habulikum Tatsibiza Hikharab محمد الحقيقات الله أزخيره هون خلق الجيب وتراو جندي علون بجرام كنبقوك مخلوقات الله مخلوق رحمه لون رحمن الجيب وتراو تسعو نار الأمان أمة في حق لاراو كنبقوها علم الجن
قابل ديقوني قوام فجانا رجل روحاني
ديال دهر قجاد الأزال أمينة في دشدال شرر نهق دي هنجل يا ميكي رقم قحولنا أجل الأعن بقيم تحيش حكمني تلقلنا الرسالين سعد فضش جوهر سهول بعدين إبل الهسان أحمد قاضي وشوهانا جوهر شرخ الله جوريز جوهر جوهر جندل ليفزاد بقادي زاهر جانا حسي إكرام هارون الله حسير الصابون حجت هدير أقيقير قرارتون هارون مولا يصل وصفا فلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم مولا يصل وصفا أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم دائما أبدا صلى الله يا الله حقك وظخر يا نور حبيب أحمد دام مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد دودك ودي السلام دركي وقوه دولاستي هزدك وقوه السلام أشرق البدر علينا فاغتفت منه البدور مثل حسنك ما قد دنيا وجه السرور باكم ومتاقمك يا دور دور البنغارا قلقك كنبك يدور فايد الككارا أنت شمس أنت بعد أنت نور فوق نور أنت إكسر وغالي أنت مصباح السدار مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا باكم ونقوم محمد متجد الهوم البوغو بغموت الدريت دور خرام خلعت بوغو يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحزين مرحبا يا نجر خير يا سيد زبز شل بتاج محشر شو تجرو حضرتك الوحراو من رأى وجهك ياس يا كريم الوالدين حظك الصافي المبهر وردنا يوم النشر مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا هدوهم ربيك روشي وبكي بوكي وشنشوني ودودي وسوسو فتكا مشتاهي جنشوني ما رأينا الهيس حل بسورة إلى إليك والغمامة قد أضلت والمال صلوا عليك مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نجر منقذ أنبياء أسأل طلبتاج نفسي أن يزعبه أمتي أن أحوله وأتاك العود يبكي وتظلل في يديك واستجانت يا حبيبي عندك الظبي النافر مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا مرحبا شفعت أهل الهامونين توقوني ذخرا جارا عندما شدوا المحامل وتنادوا للراحل جئتهم ودم سائل قلت قفلي يا دليل مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا مرحبا نجري مولات وباجوك تدرس نجري توكي مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا نجر خير وحوالك مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا نور الكونين مرحبا 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 يا مصطفى يا مرتضى اللهم صل وسلم وبارك عليه الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله اغفر لنا يا الله 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 يا الله 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 يا الله
أبو الهر ينهرون خافوا دقيقا سنة يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئات الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله اغفر لنا يا الله كم بطول وكم ثقال كم عجيز وكم ضعيف درعا اذا قصر عفو شنق رسلال انت غفار الخطايا والذنوب الموبقات انت ستر المساوي ومقيل العثرات الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله اغفر لنا يا الله كلمنا هالهرورا في عادي وقدرا ترغفو داق الشدا غفرا جنب سنرا عالم سر وقف مستجيب دعوات ربي فرحمنا جميعا وامحو عنا سيئات الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله اغفر لنا يا الله حبيب جاك العفو عباد القبر هاري قيام الصدق ويشتول قريتي بها هبي بسادر توب قدر توب قدر هبي حسن الخاتمة خلداري تنكزاري الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله اغفر لنا يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه من الوصل Отсем шибли гелд алас азарт бах небиги серхан я бураб алас сол хабраб амал нешвотсал бишун алас ботхули бишун алас индир лазарис алхаул амал бу готсулуки хавё иш куран ди амерев жо ва тасиму би хабли ла джамин ва ла тафарруку литлуга ли сулу айн амуха нешвотсал хадис алда бугу цо جاهل شيء سخدو توجعني علم سخدو عبيد سخدو أن تنسك كل شيطان إبليس تنهدي موجود نشوطصل جقاد أتسمى سب إرجال دا هنيب نشدة هذا كل جو نشوا الله سبحانه وتعالى كي تو قبل ما بقو تو ديم بقو تو أوره بقو تو الله بقو تنجي بيتل جو شيم يجوا هنيب كنا وش خلوا كنا وش أني بقو كنا وش خو هذا سان تنجي لا تطلع سرول لقو شيم هنيب نشدة بيتل زي تنجي نشدة بيخزي هنيب هبقو جو الله سبحانه وتعالى يقول لنا نقول تحق سابسنا تنجي خلوجة بلاب هذا نبجو بقو ديدا ويتنجو ومو ديني بيتونيك باترا بجو بقو بسنجي هب ديني الجاني باترا بخبار بقو خواه تو فرولو تشيه ديها چوني وچوجو چوجو يا چونيكو چوجو يا چرمي خاص هيت اجو يا چوجو يا چوني وسلم دي هاس شبخة هبوراب نخلطة شبخة بزي بوك عراب نخلطة سنجي نخلطة حالي بجو بقو أي شيء اللي يقول لك أنا أخذ أول آخر حرق أمس أخرى. هوشيس هل دأموغو هاي هادي جوني وهادي انتقام أي كما بيقول لك أنا جي توصل لك أنت جوابي لك. الواتساب قيمة أمين هادي جاداني أوني هاي. هاس تيني توني هاي جوني من هابزا هيكونيغو هاس تيني هابورابو هاس تيني يا باتشون هاس تيني شدمو هاي كتي روحي كتي شدمو هاس تيني غويت سي ماي تسلوك عندما أقول ما ليه خموها غاب، يقول شنو دو تسوي كاكبازي، جنيرو سوي تو كاكبازي خا، تيجي نروح واتصل، وشنو تيجي دو أصلاً بقى أنا مجمع أتوصل ميرو قهرني من أحلى قمر وبخا، وشنو جو، ما تبغى غاب تيجي أصل تيجي كده واسمه جو، جندير جوجي أصل ميرو جهولارين، جندير قرابة من أصل ميرو جوجي باتشيني إنسان باتشان ده جندير قوي نموهس. هاسو عقل يسلكي هذا ما قد أزب بطلم يسلك بوجود ولا ينشري له بسرعة بي هو شيء لو خامو خانش تو تذا خراب الجور خامو ترى تو أب جودا بتن تذا غاب بيتوني بخادين حديث الله تنجا كلوا رجال بيتوني بتن تذا غاب خا تذا غاب خراب الله ماشي بيتون يوسف يوسف غاب حدين ديا إنجو هل أجن بيتون يعرف خبره ها غاب خا هاو شو أنو شيم نجامير تعاد كي هتشيو كاتي أنا خواج أنا تو أديا هذا ما جن سويت روشي غوريو تنجي هو هو إمام مستوى كان اللي هو شيء مطلش أجنس أهل ويش كتبوا تاني هو شيء سخبله هين أبون
هبجو يلخا نخوصل عمير بتعاتو أساقي عمير بصداقي الأساقي عمير الحياة الأساقي بشون خيري عمال بقو بسلمان شي واحشي بسلمان يعضان يخشي بسلمان شي شوشي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هبجو بسلمان شوقو هيوشي مسلمان شوقو شقا تنجي نسل قرآن تنجي غو غريدة وتعاد في الله تشوق إني منهاج تشوق إني هيجا قول قرآن وقل مسلمان شوقو شهادة بتقولشي قلوية دو السنة وقو كاكبالي وقو تو الله وقو تو أورق وقو هيوشي واقشي تتعاد داو نسل دا هبلي نسل واتسل نجوية دير بقو نسلحات الله سيتلكني دو تافيق تلاقي قدية بارك الله جماعة تسلي الله ستعاد إذا سبحان نجوية بزي هال هل علوق خوازيكي تنجي هل هبولا تشازيكي هل كميك هورازيكي هل داج أرازيكي الله قديم كل شيء ما تجي هبوك ما تصدق الله سبحانه تزق قوي خزامون تزق سنجي زمان خزامون توي هبج أمراك أمرك هندير إن شاء الله الله نسيت سنجي هتلوخ قديم بارك الله شيلا كنيز جو بارك الله جماعة تلقي راج أرازيكي وتشاب زيكي كنيز جو الله سبحانه تلقي سخلي بيجي خلاص يلا كي أبيز سنجي تو نسيت جماعة تلو شو غبي رشوف ترسل تقزين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على اللهم اغفر حوض اسهم بين جدعان كنت حدث وشو دين الخبر اللهم الله اغفر الامه محمد اللهم اصلح امه فاتحه الله يملي الظالمين الله اكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Ibrahim, 36 раз. Юрай, вот это свой. Вот, вот это.
Это реклама пауза. Check it. Ah, Simon!